Держу, пошел! Кто? Держу! Иду! Держу, пошел! Иду! Вот, кажется, наш выход. Остался последний рывок. Пошел! Иду! Это что за нафиг? Там что-то не то. Это точно наш выход с карты? Ну посмотри! Сейчас гляну. Всем держать строй, не растягиваться. Ладно. Это все не по-настоящему. Ничего. Попробуем провести переговоры. С Машинским Таразуровым. А уж с вами-то. Эй! Хир-офицер! Хир-офицер! Рота, остановиться. Ну вот, я же говорил, всегда есть шанс договориться. Внимание! Цельс! Что же вы делаете-то? Фаер! Огонь! Что, как вам наш симулятор? Ну так что, инвестор, по симулятору в итоге ответил? Сказал мне, это подходит, заверните. Правда? Издеваешься? Слушай, да куда он денется? Столько денег уже в нас бухал. Вот поэтому теперь он наш проект закроет или перепродаст? Постой, он же был в восторге. Ну, он сам говорил, что хочет на основе нашего продукта сделать симулятор военных действий для тренировок армейского спецназа. Суть любого симулятора – избегать реальной потери, а не наоборот. Вы же знаете, что мы работаем целыми сутками для того, чтобы исправить этот чертов баг. Расскажи это семье только что погибшего ветерана трех горячих точек. Тут в мае два отчима с левой тёлкой не спалил. Да ладно? Ага. И он мне такую в личку еще накидывает, типа, скажи, что это твоя. А ей сколько? А в том-то и прикол. Знаешь, сколько я оказалось? 54. Блин, она у него младше тебя. Прости меня, пожалуйста. Кто вообще? В смысле, кто, Лер, ты чего? Лер, это кто? Я не знаю. Я, короче, все обдумал. Ребенка надо оставлять. У меня перепутали с кем-то, наверное. Она тебе что, ничего про нас не говорила? Чувак, я вообще брат ее имя.
А пранк у тебя полный кринжище, понял? Прикинь, он не снял! Да снял я, у меня просто место закончилось. Ай, горе-пранкеры. В смысле, левый чел? А имя он откуда знает? Я не знаю. Ты реально из-за этой шняги решил запариться сейчас? Брат ёмный. Парни, а там какая-то нездоровая движуха, походу, из-за вас началась. Пацаны, валим! Давай налево! День Победы – самый важный праздник в нашей стране. Сегодня мало кто знает, но после войны его не отмечали вплоть до 1965 года. Все потому, что Великая Победа для советского народа досталась невероятно большой ценой. За годы Великой Отечественной войны Советский Союз потерял более 26 миллионов людей. Вдумайтесь, почти 27 миллионов жизней всего за 4 года войны. Парни, это больше половины. Уверены, что мы сможем здесь отсидеться? И третий современный. Последнее место, где нас эти злые дни искать будут. Великая Отечественная война стала для нас... Можно вопрос? Все вопросы в конце лекции. А я потом забуду. Ну хорошо, давайте. Вот почему в нашей стране все не как у людей? Для всего мира это была Вторая мировая. И только в нашей стране эту войну почему-то называют по-другому. Вы действительно не знаете, почему наш народ называет самую страшную войну в своей истории Великой Отечественной? Нет, ну... Молодой человек. Первый час нашей лекции подошел к концу. Продолжим после перерыва. Опа, тут Биба внезапно нарисовался. Спрашивает, чего гамать не зовет? Я думал, он сам все понял и слился. Напиши, что мы распались и больше по игрухам не угораем. И левел у вас сами по себе растут. Пишет, что я сам давно забросил. Забросил. Будто теперь не вылазит из какого-то нереально крутого военного симулятора. Погоди, ты про то, что для моей мамы сейчас мутит, что ли? Разработка секретная, но лично меня может провести. Да я и без него кого хочешь туда поведу. А если это реально такой зачетный симулятор, почему мы еще не ждем? Да мать, говорит, там баг какой-то уже полгода устраняют, устранить не могут. А я что-то не понял, мы тут до конца собрались сидеть. Мне кажется, пора по домам. Согласен. Подождите, и все? Через час жду всех в катке. Не кажется, я ли только что Гурчелик проздел? Народ, где все, блин? А ты-то сам куда убег? Я трех лутаю. Так давайте же все вместе соберемся, где все? Ватсон, отвали! Ватсон, блин! Да сейчас, погоди, дай хоть скиллы силы прокачаю. Да черт! Ну как так-то? Англичашку захедшотили. На такой дистанции на бегу хедшотить могут только читерасы. Мы это слышах какой-то. Так, ну ладно, короче, давайте все, выходите. Да хорош, да мы только зашли ведь. И че, мне теперь вас что, полчаса что ли ждать? А я челика жирного лутаю. У него тут в рюкзаке барахла до дури. Опа, я ледыкс нашел. Да блин, да мы задрали уже. Батом, блин, ты мне все хп выбил, иди хиль давай. Да я только что сам откис. Заходи. Да ну в жопу. Слушай, я честно думала, что он уже будет праздновать. Поехали ко мне, у меня все равно жена на даче. Да не, он же в наушниках играет. Тут хоть обкричись. Пойдем на кухню. Вик, это ты? Я, блин, но я выпиливаться вообще не готов. Я тут залутался больше, чем на лям, и вынести хочу. Лови грену, чувак. Крыш, ты что делаешь? Ты охренел, что ли? Спасибо, блин, огромное. Придурок. Переживешь, еще вынесешь. Видимо, опять друзья забыли поздравить парня. Зачем тогда такие друзья? Ну, хоть такие появились, а то ж целыми сутками за монитором. Хотя, знаешь, они на этих своих игрульках все и сошлись. Папаша больше не объявлялся? Да еще в тот ДР разругались. Видимо, опять его пытался воспитывать по телефону. Ну, он хотя бы помогает? Помогает. Так, раз через раз. Да сколько ни башляй, все равно для БЖ ты... Я что-то не поняла. Кто-то хочет поехать к Жене на дачу? Хочешь извинить? Хочешь извинить? Давай, извини. Да прекрати!
Добрый вечер, Ирина Дмитриевна. Шарлотка еще горячая. Хотите? На ночь? Боишься, что похудеем? Так, народ, ну что, все заспавнились? Гул. Так, стоп. Вика нет. Вик. Да хрен с ним, погнали без него. Не поняла. Она что, охренела? Овца. Все же прекрасно знают, что я не люблю, когда трогают мой телевизор в доме. Ребенок, иди мыть руки, и все остынет. Да что за хрень такая, опять эти читерасы? Так, давайте уже сервак менять. Я ж тебя просил не подкрадываться ко мне, когда я в ушах. Ты меня заикой, что ли, хочешь сделать? Пойдем, там все остынет. Нет, я в игре. Так, все, давайте, я собираю. Народ, ну что, заспавнились? Все, гоу, гоу! Так, погнали. Да черт! Эй, Инглиш! Инглиш! Да, у него, походу, интернет того. Ну, а ты не видела визитку провайдера? Че, Туинет опять глючит? Ты думаешь, я не в курсе, что ты снова динамишь Норридж? А можно мне изо дня в день мозги из-за этого не делать? Видимо, кому-то не терпится осчастливить военкома. Что ты на меня так смотришь? Не буду я это есть. Или ты забыл, как я обнимался с унитазом после стрипни этой чеканутой? Да ладно. Я ем ту же еду. Оно и видно. Надеюсь, про Норридж, что это не серьезно. Если дело во мне, я могу никуда не ехать. Хорош, мам, ты в тот раз тоже так же говорила. А потом купил хату через дорогу от моей общаги. И что? Тебя это настолько деморализовало, что ты не смог учиться? Господи, мам, у меня в школе был немецкий. Какой мне нахрен Норридж? Тогда зачем я выбрасываю деньги на твой английский? А что, в мире других вузов не осталось? В какой стремишься ты? Он называется отсюда, куда подальше. Стой! Послушай, у нас был договор. Ты учишься, я оплачиваю твой образ жизни. Но если ты будешь продолжать балбесничать, это твой выбор. Тут уж не обессудь. Да. Тогда я лучше осчастливлю военкома. Тогда проси сразу на подводный флот. И там не то, что мать, света белого не увидишь. Я тебя тоже очень люблю. Так, все, народ, давайте я собираю карту. Ох, ё-моё, ну наконец-то. А что, Виктор так и не появился, что ли? А вы его с очередным респом поздравить не забыли? Опа, какие люди. А Виктор вообще здесь? Приехал? А я думал, вы уже давно расстались. Чё, ты опять под чем-то? Это что сразу под чем-то, просто вы так мило за пальчики держались. А вы задрали уже. Мы в катку пойдем или что? Да, конечно, идем, я всех уже пригласил. Где там все опять? Зачем технику бить? Ты же своего высоковозрастного бить не разрешаешь. Фак. Дед, ты что, совсем что ли с катушек съехал? Если ты дальше будешь так говорить с матерью, я твой ЭВМ тоже расхреначу. Чего? Как я с ней разговариваю? Как с чужой. Да нормально мы разговариваем. Да ты просто привыкла и не замечаешь. Он с тобой как с прислугой. А тебе не надоело всех поучать? Нет, ну серьезно, ты докапываешься по ерунде. Уважение к родителям – это не ерунда. Да что ты, кто бы говорил. Что это значит? Ты когда вернешься? Когда твой Кощей бессмертный наконец-то уже сдохнет. Сам жду, не меньше вашего. Ну, алкажучка, завтра же уволю. Это чего это? Но, оказывается, моего ребенка чем-то травит. А может, это не она? Йоу, народ, гоу тусить. Не, мне завтра рано вставать. Завтра перед самолетом выгуливаю сеструху. Да брось. Это я возьму на себя. Надо же как-то помочь другу. Ага, твоя помощь нам всем хорошо известна. Лучше уж без нее. Да камон, я же без задней мысли. Вот это правда, все твои мысли только спереди.
Короче, меня предки из дома выперли. Гузу тусить в офлайне. Это уж точно без меня. Да брось, ну, Вика днюх как-никак надо отметить. Да? И где ты ее посреди ночи отмечать собрался? Ребят, вам сюда нельзя, сюда вообще никому нельзя, меня турнуть могут. Так ты ж сам ныл, что тебе одному гамать скучно. Я не говорил, что мне скучно. Заява. Вот теперь Бибу можно точно кикнуть из игрового чатика. А знаете что? Делайте, что хотите, но вы должны уйти отсюда. Да ладно, хорош, крышутик. Давай, загружай нас. Покажешь, что за супер-верт для моей маман мутишь. А мы одним глазком только глянем. Услышь меня, я не могу вас загрузить. Здесь все сырое, толком еще никто не тестил. Отлично. Вот мы и протестим. В смысле протестим? Давайте в другой раз. У какой в другой? Ты завтра улетаешь в другой. Слушайте, ребят, ну правда, ну тут кругом камеры. Сейчас через 5 минут ГБР приедет и... Так, я здесь только чтобы поздравить Вика, а эти ваши игрульки мне до фонаря. Воу, Мэри, подожди, куда ты? Да куда ты пошла-то? Мы же хорошо сидели, что началось-то? Как отсюда выйти? Да там не заперто. В смысле не заперто? Ну иди проверь. А который час? Ну, Ли, поздравляю. Что? Все, все двери заблокированы, мы до утра отсюда не выйдем. Прекрасно, просто что еще сказать? Как что сказать? Это судьба. Биба, так, все, пошли, гол. Гол, давай, загружай нас быстрее. Погнали! Слушай, я тоже не горю желанием лезть в этот сырой симулятор. А что тут еще делать до утра? Опять молчать на звезды? Это еще зачем? Это психотропный блокиратор для обмана мозга. Он как бы не дает вашему сознанию выпрыгнуть из VR-сна. В общем, когда будете готовы, просто вкалите инъектор себе в бедро, после этого просто уснете. Просто уснете. Ну что, все, что ли? Вот это сейчас серьезно? Мы даже не знаем, что там. Тебе сказали, блокиратор мозга. Крючок, кстати, можно не колоть. Мэри, когда я буду в отключке, черт мне не изменять. Погнали! А вы что ждете? Чё-то как-то стрёмно. Ау! Сдурел! Ты что творишь? Мэри? Чё по пухам? Мне калаш в максимальном тюне. Нам нужны топовые скиллы. А сколько у нас сейвов? Блин. А тебе не пофиг, сколько? А их нет. Как нет? Так нет. Убили, умер. Все как в жизни. В смысле? Убили, умер. Ну я же вам объяснял, что игра сырая. А это баг, который мы так и не смогли пофиксить. Выпусти меня отсюда.
Я хочу выйти. Ну что, псевдофренды? Теперь я собираю катку. Первая высадка, сынок. Конечно, первая. Что, по нему не видно? Ничего, вторая будет легче. Да насмотрелся я на таких. Ему тут не место. Это я точно говорю. Парни, мне кажется, нас поимели. Слушайте! А походу этот дурик нас просто всех усыпил и зачем-то запихнул этот самолет. Юрий, да что с тобой не так? За что ты на него обозлился? Военный! Военный, можно вас? А не пойти ли тебе нахрен? Они нас вообще видят, нет? Едва мы встретим фрица, ты тут же побежишь к своей мамочке. Слушайте, они разговаривают как... Как тупые боты из концерта. Из кривой русификации. Смотри, смотри. Сейчас Сет будет впрягаться молодого. И гнать на того. Да что ты на него взъелся? Ты же сам был таким. Смотрите. Дядя! Они холодные! Это реальные боты, походу! Парни, а что если мы действительно в игре? Да ладно! Внимание! Трехминутная готовность! Напоминаю, если мы не разберемся с мостом, то погибнут множество наших парней на передке! Инглиш! Чё? А где твой калаш? Там же где твой! Этот сучоныш даже не дал нам пушек. Хорошо, хоть парашюты выдал. Это точно. Отдам, если вернешься. Вот урод. Это что, зенитки? Да не страшно, они мажут. Это что за хрень? Внимание, группа! Фига тут у них эффекты! Крутяк! Мальчики! Мне страшно! Нам надо прыгать! Согласен! Мэри! Нам пора! Подвали, я боюсь! Давай руку, гол, я везучий, ну! Я боюсь! Эй! Ah!
тут! Цепляй, давай, цепляй! А как вы нас так шустро отыскали? Спросили у фашистов. О, чё, кто-то надыбал шмайсер? Вообще-то это не шмайсер. Спорим? Так, точно держишь? Давай быстрее уже. А чё, у тебя без рожка, что ли? И даже без обоймы. Ты же сказал, что держишь, или ты спецом? Сорян. Дурень, стропу надо на руку мотать. Хочешь попробовать? Я сейчас попробую. О, а ты нас как нашла? Аж парашют издалека видно. Так, ладно, надо двигать, короче, пока фрицы нас не спалили. Малая, ты что, не по форме? Потеряла. Потеряла. Фричи-то как? Ну, упади с той сосны и узнаешь как. Что вы там застыли? Давай, перещик, уго! Козел. А вот и фрицкие образца 42-го. И они по нашу душу. Может, уже привал? Позже, нам нужен мост. Хорошо бы план придумать. Пожрать, поспать и фрагов настрелять. Как тебе план? Предлагаю искать нычки. Там будут и Патрик, и Хавчик. Нет, нам нужно разбить лагерь, а уж потом изучать округ. Так, а что, на миссию всем пофиг, что ли? Мост сам себя не уничтожит. А чем ты собрался мост уничтожать? Война покажет план. Неужели вам не интересно пощупать механику этой игрухи? Уничтожить падру будет руку ботов. А ботов ты валить чем будешь? Я вообще не понимаю, зачем ты нас затащил эту шнягу? Ай, блин. Че такое? Я, кажется, ногу подвернула. Чего? Давай глянем. Иди уже, ищи свой мост. Ну что там у тебя? Не трогай. Че, на ровном месте подвернула, да? Я запнулась. Ладно, пойдем, пока грибов ушакалим. Какой ты провод. Ты не об него запнулся? А ты еще куда? Магаз, конечно. Тебе взять что-нибудь? С ветметом решил заняться. Так, я сейчас примотаю эту палку твоей лодыжки, давай. А ты... Военная хитрость. Ты все еще сердишься?
Есть на что? Ну, я после отъезда тебя игнорила. Да брось. Это же было несерьезно все. Да? Мне так не показалось. Слушай, мы не разговаривали 2 года. О чем ты? Ну да. Просто что-то вспомнила то лето. Ты прав. Ребят, я, кажется, нашел место для лагеря. Давайте, пойдемте. Давайте, идемте. А дуру бить начинает. У нас же там во всю ночь. Вик, пойдем. Рищ. Иду. Франц, посмотри. Вот почему нет связи. Кто это сделал? Партизаны? Или парашютисты? Молчи. Убью. Идиот! Я думал, фриц. Партизанов в этих местах нет. А диверсанты все разбились при высадке. Нам целых 3 шмасера, а? Вряд ли это были бобры. Еще запасные патрики. Круто, ну как мы? С троими-то без пух справимся. А не надо сразу с троими. Твоя задача — отвлечь немцев. Просто улыбаешься и строишь глазки. Так, смотри, короче, делаешь так, как мы договорились. И без самодеятельности, поняла? Да поняла я уже, отлип. Давай. Мэри, можно тебя? Так, Вик, кыш отсюда. Мэри, стой. Слышь, отвали. Слушай, тебе не надо туда. Да ладно, это же игра. Да понятно, что игра, но... Что, испугался за меня? Просто план-то так себе. Лучше у нас все равно нет. Не нужно было нам сюда вообще соваться. Так странно ощущать, что за тебя кто-то переживает. Зачем тебе так рисковать? Да хорош уже, а! Думаю, это сделал кто-то из местных. Посмотри сам. Кабель не обрезан, а перебит камнем. Это на реке. Надо проверить. Вдруг там наш похититель проводов. Что она тут делает? Похоже на какую-то уловку. Она не выглядит напуганной. Это странно. Пауль, ты закончил? 2 минуты! 2 минуты. Что это вы там задумали?
Стой! Партизанин! Партизанин! Здесь происходит. Стойте! Да стойте! Да стойте! Да стойте вы! Нет там никого. Они даже за нами не гнались. Чё с Мэри? Она ж там осталась. Надо вернуться за ней срочно. Не надо туда возвращаться. Там немцы. В смысле? Это куда? Там моя сестра! Там немцы! Спусти меня! Так, пацаны, у нас есть автомат. Давайте хотя бы одного завалим, остальных отвлечем на себя. Да, уже наотвлекались. Вы думаете, тут вам изикатка с тупыми ботами, что ли? Нет, здесь хардкор по полной. Скажи им! А что такое? Мэри убили, ее больше нет. Ты врешь. Ты врешь! Ты просто боишься туда вернуться. Застремался ботов каких-то, да? Нет. Я тоже видел, как ее расстреляли из автоматов. Я так и знал. Это все из-за тебя! Да, конечно. Хрена все это! Я не хочу здесь быть! Я прямо сейчас хочу выйти из этой дурацкой игры! Хватит. Да как ты вообще допустил такое? Ну, это же режимный объект. А я что? Это ваш сын запугал сотрудников, обещал его уволить. А если бы он заставил его поджечь офис? Ну, это был бы перебор. Перебор — это мой сын в тылу нацистов в 44-м. В 42-м. Еще раз поправишь меня и... Не надо так с партнером. И давно ты себя повысил? Когда узнал про девочку. Послушай, я принесла заказ, а ты подрядчик. Так кто будет отвечать за преступную халатность? А если я, то инвестор затребует бабло обратно, причем всю сумму. Когда я зашла в этот бизнес, знаешь, что мне посоветовали сперва найти? Я полагаю, бабки. Нет, крайнего. Ват, подожди! Да подожди ты! Ват! Хорош это драматизировать. Да все не взаправду. Я уверен, что с Мэри все в порядке. И она сейчас пивасит на пару с Бибой в лабе. Словно пытаешься убедить нас в жизни после смерти. А вы что, забыли? Биба сказал нам, умрем в игре, умрем в реальной жизни. Да кому вы верите? Это же полный гон! Кто будет делать симулятор реальной смерти? Это не имеет никакого смысла. Хочешь убедить нас, что с Мэри все в порядке? А ты докажи личным примером. В смысле? В смысле, выпились с игры. Давай сделать ради нас, тогда мы тебе поверим. Мы же так в катках поступаем, когда тебя первого выносят. Да мне пока как-то здесь неплохо. Особо впечатлительные могут выпиливаться сами. Я тебе потом так же в катке отвечу, понял? Да, кстати, Ватсон, ты же был в курсе моей задумки отвлечь немцев. И был не против.
в отличие от того же Вика. А меня ты и не спрашивал. Пока мы тут за ним гонялись, мне кажется, я видел дым за лесом. Скорее всего, это была деревня. И там явно есть хавчик. Я тоже его видел, но только он вообще-то черный. А каким он должен быть? Зеленым? Мониторы, у вашего сына все хорошо. Отлично. И чего тогда мы ждем? Давай уже вытаскивай моего малыша оттуда. Я не могу. Ну, вы же в курсе, что выйти из симулятора можно только находясь внутри и достигнув точки выхода. Это у нас аварийный выброс карты. Мы еще не обкатали до конца эту функцию. То есть мы загружали инвестора туда без подстраховки? Но, насколько я помню, мы же тогда вместе скрестили пальцы. Так наш аварийный выход пашет или нет? Я тебя спрашиваю! Если очень хочется, то можете рискнуть проверить. Это же не мой ребенок. Я тону в кислоте, город забывает все. Уже на завтрашний день, и я оставляю страх, и рассудок горит в огне. Их нет в этом маскараде из людей. Мы идем по лезвию, сделай его острей. Выключи мозги, ведь проблема съедает мозг. Ухожу от того, врубаю автопилот. Ты такой же, как все. В маскараде людей. Мне не нужно помнить, ну как же тебя зовут. Я теряю память даже раньше, чем к утру. Сбрасываю номер, нас сегодня не найдут. Я лучший пример, с кем тебе не стоит дружить. Если хочешь, подожди огонь, только не обожгись. Выпускаю птицы, но не подарю их. Так всегда без правил, но в мире неправильных. Я лучший пример, с кем тебе не стоит дружить. Подожди огонь внутри, только не обожгись. Выпускаю птицы, но не подарю их. Наша остановка, мы едем в огонь лжи прямо. 9 кругов ада, Москвы МКАДа. 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 9. На игре на контроле режим, да нет, только рестарт. Не бояться умирать, не значит знать о небесах. Удержи себя на ровном пульсе, не теряй лица. Они рисуют то, с чем давишь, будто студия Pixar. Улиц лауреат, неведомый плагиат. Слава своего раб, из дома, где мы теряем. Говоришь, но на деле опять на крыс. Но с душой я на кадр, но на лице я сотни сотни совершений. Мне руку жмет Люцифер, вау. Москвы МКАДа.